Salamu alaikum. Добрый вечер. Поздравляю, кого я сюда ленда. Такую шутку хотим сделать, что, ну, не совсем правильно, что младший и средний остался. И в следующий раз предлагаю чуть-чуть по-другому делать, что вы его здесь должны сидеть, он там должен стоять, да? И хочу, ну, по тумбе ему, да, вот так. Так прям, да, прям, да. Делать потом. Стол ломать? Ну, стол ломать не буду, я тумбу так аккуратно сделаю чуть-чуть. Потом, это... Меня часто спрашивают про выборы, что почему в США так это, как так получилось. Я всегда говорил, что выиграет Трамп. Я вам эту Хиллари будет такую салам алейкум Трампу. Ну это если Трамп, если Хиллари будет. Не, Трамп выиграет его. Трамп выиграет. Хорошо, если Трамп. Ну и этого, приезжайте в Грозный, там делаем КВН. Этого, который меня купирует, этого голустяра с собой берите, я его ноги поломаю на руках носить.